Ну вот уже и дождь. Не поддается никакой логике, что происходит с погодой всю эту неделю. А сегодня, кстати, 14 января, день логики. Поэтому логично, что это сильная новость, рубрика «Короче». Поехали. А вы помните свои новогодние утренники? Вот смоленские школьники запомнят этот праздник надолго. Все потому, что его хедлайнерами стали три девицы, которые вышли на сцену в чулках, латексных боди и исполнили танец на манер бурлеска. Нет, я не спорю, где-нибудь на выпускном этот номер порвал бы зал, но в зале-то ведь сидели младшие школьники. Короче, с Новым годом, детвора! Ну а милиция продолжает показательные аресты подростков. Недавно в Лоеве на глазах у сверстников арестовали 16-летнего пацана за кражи. В милиции говорят, что такая практика имеет огромный профилактический эффект. Я спорить не буду, возможно, оно так и есть. Но возникает вопрос, почему? Также показательно они арестовывают, скажем, коррупционеров. На днях по улице Свиридова под шофе прогуливался гомельчанин. Ну и прогуливался бы себе дальше с мыслями о хорошем, но нет. Он взял и зачем-то повредил 4 автомобиля, а после спрятался в техническом помещении одного из подъездов. Но это не помогло. Приехала милиция, они вызвали коммунальщиков, дверь открыли и его задержали. На вопрос, зачем он повредил машины, ответить так и не смог. Вот как вы думаете, почему он так поступил?